Катарина, иди посмотри, какая-то зараза съела наши яблоки. Голову бы открутил бы им. Нифига себе. Смотри, поклевано. Это выклевали все. Выклевали все, да. Два яблока выклевали. Два яблока склевали. Какие птички нехорошие наши яблоки съели. Ну, срывай оставшиеся. Это можно еще что-то с ним сделать. А тут нижний все. Угу, все склевали вообще. Покажи. Вообще выклевали все прям там. Вышла на улицу, ребят. Смотрите, моя малина. Смотрите, вся красная. Посмотрите, сколько опять ягод. Сколько ягод опять. Посмотрите. Желтой уже нету, а красная. Вот она. Посмотрите только. Все красно. Надо опять собрать. Сереж, чашку дай. Я сначала соберу, а потом поедем в магазин. И вот эту, которую я оставляла, я думала, она вообще в этом году только это самое подцветет и все, она вон вызрела. Вот так тепло у нас. Ну, я бы не сказала, что прям тепло у нас, в принципе. Ну, для меня холодно, да. Но такая у нас в этом году погода. Все зреет. А вот яблоко мы оставили. Посмотрите, птицы съели яблоко. Все яблоко склевали. Так что в этом году... Сегодня какое? 21 ноября. 22, 21, 22, в общем, ноября. А у нас вот столько малины. Ну, правильно, если в этом году в апреле у нас снег выпал только, то, в общем-то, конечно, у кого-то уже снег лежит, а у нас еще малина спеет. Погода сходит с ума. И, по-моему, я одну желтенькую нашла. Вот. Одна желтенькая осталась. А вот еще... И вот еще три. Четыре желтеньких. Надо выйти пособирать малину. Мы вообще-то в магазин собрались поехать. Но сейчас соберу и поедем в магазин. Надо собирать. Мы приехали в магазин. Хочу посмотреть себе комодик. И вот посмотрите, у входа тут уже все к Новому году, столько игрушек. Елочка такая нарядненькая, красивая, сверкает. Говорит, что скоро-скоро Новый год. Посмотрите, какие прелестные Дедушки Морозы. Это у нас тоже кто там, ангелочки или кто-то, не знаю. Как все красиво, как все... Красочно, все ярко, мишура какая пышненькая, елочка стоит тоже. Прикольные игрушки, подарок большой, столик, и на столике тоже все. Посмотрите, какая мишура пышная, пышная. Сколько игрушек, что-то розовых много, наверное, акцент будет такой. Тут всякая мелочь. Сколько всего на Новый год. Прикольненькие такие хорошенькие милашечки. Олени, конечно же. Ну так. Сколько игрушек. Так, а ты у нас какой-то интересный. Сколько ты стоишь? Что тут стоит? 34,99. Посмотрите, какое дерево с фонариками. Вот мебель пошла. Сейчас я немножечко мебель засниму. Это мягкая мебель. Зеленый диванчик. Ну да, в какой-то интерьер, может, и красиво. Вот такие большие диваны. У нас зять любит очень большие диваны. Вот это как под старинку, что ли, кожа такая. Вот такие диваны у меня зять любит, чтобы они большие были. У них наподобие такой же стоит. Так, сколько всего, всего, всего.
Кровати пошли двухспальные. Высокие тоже. Такие кроватки. Так, ну а я иду посмотреть комодик. Вот кровать интересная. Там матрас с пультом. Можно положение менять. Прикольно. Так. Что-то опять диваны пошли, столик. Прикольненький столик. Это стенки. Ой, смотрите, какое зеркало. Несколько-несколько маленьких квадратиков. Ну, прикольно. Ну, это как отражатель, наверное. Шкафчики. Тут есть шкаф такой интересный. Там, чтобы органайзеры не ставить, такие маленькие. Уже распределение есть. Мы когда выбирали, я тоже так посмотрела на этот шкафчик. А потом мы с Юлей решили, что нет, все-таки он нам не подходит. Купили ей другой. Смотрите, какая детская кроватка для принцессы. Для маленькой принцессы. А вот это целый типа джип. Ну да, для мальчика в комнату. Такая машина, кровать. Мне кажется, не очень удобно. Хотя для детей им интересно, наверное, спать в машине. Приучаем детей спать в машине. Прикольненький такой. Хорошенький такой этот с Микки Маусом. Мягкий? Нет, обыкновенный. Это вот для детских тоже комнат. Это если небольшая комната, то очень удобно. Две спальни. Двое детишек могут. А здесь тоже стол выдвинул, приставал, опять задвинул. Ну да, если мало места, это в принципе удобно. Это уже постарше деткам. Тоже двухспальная кровать там выдвигается. Для бебечков, для маленьких детишек кроватки. Это тоже для принцесс. Интересненько сделано, чтобы детки могли бегать, прыгать. Высокие я почему-то не очень одобряю кровати. Так, вот этот стол и тут же кровать. Смотрите, какой пультик. Интересно туда книжечки положить. И можно сесть и почитать. И в такой же в темном виде. Комплект белья для детишек. Все сказочные герои. Хлопок. Это фланелевые такие тепленькие на зиму. Микки Маус и Том Джерри. Стол. Ничего так, столик. Ну, стульчики можно посмотреть. Так, и вот этот интересный стул. Ничего себе. Цена, конечно, более интересная. Для головы хорошо. Для спины тоже хорошо. 219, считай, 220. Да, качество должно быть получше, чем дешевое. Хотя магазин, он недорогой. Это самый дешевый магазин здесь. Ну вот начались комодики, сейчас присмотрю себе комодик, я хочу в коридоре поменять и посмотреть шкафчик еще навесной в коридоре. Немножко поменять. Ну вот симпатичный цвет такой, нет, не белый, вот этот сверху. Вот этот. Ничего так, но он мне не подойдет. Маленькие шкафчики, но так прикольненький такой. 169, 170 получается. Светленькое, все равно хочу что-нибудь. У меня темноватый коридорчик, хочу посветлее что-то. Здесь у нас туалетные столики, такие хорошенькие. Так, и опять комодики. Вот такой, что-то наподобие мы Юли брали. Нет, такое не хочу. Это все не хочу. Как Сережа говорит, еще не придумали такую мебель, которая мне нужна. Мне всегда надо что-то такое, такое, такое. Так, сейчас я тут посмотрю. Увидела какой-то. А, нет, маленький, нет. Нет, 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 не подойдет. Там только полочки. Мне не хочу, мне надо с ящичками. Это у нас пошли гардеробные. А вот еще немножко. Как раз в гардероб. Нет, я такое не хочу. Что какое-то непонятное. Нет. Все, нет, нет, нет. Ну, правильно.
чтобы мне что-то понравилось. А если и понравится, то будет таких бешеных денег, что не куплю. Значит, все такое банальное, не по мне. Ну, вот это ничего так. Цвет. Что-то там мне такой цвет уже, такой же шкафчик мне понравился. Этот комодик понравился цвет, тут шкафчик. Ничего так смотрится. Ничего так цвет. Темный, но мне почему-то он как-то нравится. Так. Ну, серенькая. Вот такой больше мне нравится. Но нет. Нет, он мне не подойдет. Все. Не хочу такой. Это у нас для ванной комнаты. Ну, мне, наверное, там ничего менять не надо. Хотя шкафчик можно тоже посмотреть. Сейчас я быстренько гляну. Нет. Ничего хорошего. Сейчас вот пройду еще посмотрю. Там кухни были. Сейчас покажу вам немножко кухни. Так, а этот мне нравится шкафчик. Хорошенький. Но только он как-то мне по размерам, короче, не подошел. Мне этот шкаф. Кухню, стол нам надо посмотреть. Хочу большой стол. Но здесь все почему-то маленькие, раздвигаются только на 2 метра. А я хотела бы на 3,10. Стеночка. Вот это буфет. Это тоже маленький. Это вообще не раздвигаются столы. Я хочу раздвижной. Красиво. Вот такой стол мне тоже нравится. Стеклянный был. Такие уголки у меня наподобие уголок. Не хочу больше уголки. Барные стоечки такие. Так, сейчас надо быстренько уже пробегу по магазинам. Хотим еще к сестренке заехать. Узнать, как у них дела. Посмотреть, что они делают. Какие яблоки аппетитные. И вот кухни пошли. Что-то все такие темные. Вот светленькие. Я где-то здесь красную прям кухню видела. Посмотрю, сейчас есть они еще или нет. Остров хороший. Ящички тут такие удобные. Для большой кухни классно. Такая она здоровая кухня. Ну да, здесь ее, если хорошо мыть, то часа 3 надо будет. Пока все ящики выдвинешь, пока все оттуда вытащишь. Чем меньше шкафов, тем меньше уборки. Вот маленькая, аккуратненькая. Ну нет, мне бы это маленькая была. Кухня мне в принципе не нужна. А вот она, красная кухня. Такая яркая. Синяя. Так, все, закругляюсь. Надо. Сейчас поедем к моей сестренке в гости. Посмотрим. Вот эти два только. Ну, красиво. Здорово, мне нравится. Ребят, приехала я к сестренке. Посмотрите, какая она у меня молодец. Такие хорошие машинки сделала. Умничка. Это вот коврички такие, классненькие. Дорогие друзья, кому понравилось наше видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!